Я ебал в рот, смотря за сколько он идет, я сам забирать его не буду, если он дорого будет идти. Ну, типа, это так тебе для инфы. Ебал я в Давите. рот, вообще. То же самое и с поясом этим, с тухлого, если он выпадет. Я ебал в рот, я лучше подожду с духом, который... Между герой обычно. У меня-то 72-й плащ, мне-то похуй. Никакой, для ДД никакой, только для хилов. А какой с духом плащик? Блять, забери мага нахуй, чекай там. Плащик с духом? Да, какой? С рука падает. А, да-да-да-да-да, но с хостой, по-моему. Да-да-да, конечно, с хостой. Исторгающего, что, блять? Кстати, не пофиксили, блядь, 260 тысяч всего лишь у исторгающего. В обычке, блядь, в 3 раза больше. Или в 4 даже. Хорошо. Еще с X2, по-моему, эту хуйню. У исторгающего там хп, там, блядь, на 2 тысячи. Там десятки тоже больше намного. Опять ты с кем-то драться собрался? Блядь, я мискликнул, не ту хуйню нажал. Надо убрать эту залупу с панели, блядь. Дамажит немножко. Да не ставьте, блять. Ну, ребята, блять, и так лагает. В пизду эти эффекты лишние. Ну, здесь, кстати, нормально еще на валике, блядь. На сроки ебал. Духов не успеваем насрать. Насрать. Сбил каст. Еще умру, блять. Ты касты тикать умеешь? Да. Цепом. Только да. Когда да, по на второй фазе поставить этот купол. Да, убейте толстого быстрее, сейчас пропадет, типа, каток. И чё? Это хуёво будет. Этот, и еще, блять, подождите, стоп. Нандлух, держи обход фул на глю и на реслине. Все время их обходывай, как только они вылазят с портала. Это первое. Пристена. Хилишь, подхиливаешь глю. Глю умрет сейчас там, что-то. Не понимаю, глю, как он умирает. Ты ж себя шоком там подхиливай, как бы к этому. А, он, наверное, не знает. Короче, там же. Бэрнуть. Да, и БР понимаю. Так и себе бьет. Глю, знаки дамажит. Да-да-да. Подхиливайся тоже. Этот, и Юля, ты подхиливаешь реслину. Тактика только для хила отличается, но мы ее не скажем. Вообще, типа, мы отправляли одного хапала, ну, я была хапалом, и одного друида. Ну, типа, ковер просто летал за мной, меня хотал, я, типа, не хилилась, не тратила время. Как вариант. Да там шоком поднимается, у вас же Т4, 3 шока можно давать. Ну, я на всякий, если прям им тяжело, то можно кого-то отправить их подхиливать. Знать. Я хилами только была. Был бы я нахуй шипа, я бы, блядь, за шипа эту хуйню захилил бы нахуй. Ты один раз попробовал, спасибо, нахуй. Что ты. Вот что вы, блядь, сейчас пиздите? Вот сколько 10 хп, блядь, я захиливал в соляну. Это самая песенка, нахуй. Это на самом деле, это на самом деле правда, вот реально, блядь, не отрицайте это. Это что-то из разряда, типа, 3 года назад, ебать. Не-не, ну, да, это порталы, Рислин, не кричите, порталы. Ну, это где-то 3 года назад было, это правда. Исторгающий здесь. Это у нас это в один момент примерно происходило. Не, ну он, кстати, выпил. Он же говорил, баночку откроет, нет? Да, есть там контакте, Кирилл. Что, я еще не выпил. Я полбанки где-то выпил. Пришли. А, то есть ты начал пить и не сказал мне даже. Я же сказал, что я сейчас банку пива возьму. У меня, блядь, довели на леди, нахуй. Одну всего лишь. Походу, когда ты банку взял, тогда мы убили, нахуй. Одну, много пить не буду. А сколько надо банок, чтобы набухаться в хлам? Ну не знаю, я как человек. Тебе сколько 3 хватит. Я как человек, который редко пью, нахуй. Ну вот в подростковом возрасте примерно, кунка, не, помоложе тебя. Вот с лет 16, блядь. 17-16, где-то вот так лет. Там можно было пить нахуй, я не знаю. Главное не мешать, нахуй. Ну пиво я где-то выпивал 6 литров, нахуй. Ну, не за маленький промежуток времени, но такое, типа. Ну, за ночь, скажем так. И главное, сколько сбавляй. Я прослушала? Ну, 6 литров где-то выпил. Ну, это подростково. Сколько можно, интересно, выпить? Ну, у меня с 3 унесет. Чего, литров или... Нет, 0,5.
0,5 баллов. Ну, у меня, типа, подростковый возраст был такой, на самом деле, насыщенный очень. У меня и двор такой еще в то время боевой такой, скажем так, был. Да, ну, всякие там эти. Каждый там после школы еще, после шараги. Тяжело было на математике. Постоянно на выходных там собирались какие-то там. На чьих-то там дачах, там, блядь, ну, бывало, хату снимали, ну и так далее. Ну, каждые выходные такая хуйня была. Ну, веселое такое подростковый возраст был, ну, жаловаться не мы. Ну, было местами грустно, ну, типа, не суть. Я больше это вспоминаю таким весельем. Но в то время я, видимо, перебухал, и меня, ну, вот, переклинило, я понял, что, ну, нахуй, типа, вообще этот алкоголь и так далее. Есть такая хуйня, есть такая. Жиза, да, Андрей? Жиза пиздец, ну. Ибо Мирай да, в свободное время. Я тоже в своем возрасте что-то блеванул кровью. Да что там блеванул, нахуй? А у меня мальчик, диагноз. Мальчик, блеванул кровью? Да, эрозийный гастрит у меня, оказывается. Пиздец. Это когда да что, глотнул, просто в жопу ебался много на Кавказе. Там, походу, глотнул, нахуй. Не, помню, у нас там на одной вписке, блядь. Вписки? Короче, это... Берса 50 секунд, что там вообще? Здрасте. Не умер. А, да? Ну так поймали, веселый стой. А это вайп, ну, нахуй, мы кунку уронили. Давай, потому что у нас два хуйбана. Разгром, баллочка, нахуй, хуярит разгром, нахуй. Массакру сдал. Пизда, сало, что-то, кнопки. Не работает. Ну, блядь, что за хуйня? На, сейчас берса, полминуты, 20 секунд. Геро. А там они безобидные в берсе. Надо, чтобы три человека, наверное, блядь. Дайте бэры раздавать. Они, смотри, они проебали стаки, это очень важно. Ну, глю точно. Горит еще вылетел, смотри. Слин сдох только что, тоже без шансов. Гадки, а? Побэрте, че вы? Я уже давно сказал, что я завис. А стаков нету у них. Так убил там моб, нахуй. О, стопоносто золотуха, блядь, вечно нахуй на вальке выпанулись. Бейте трэш, два жирных вышло. Они. Даже на 40. Заберите жирного с глю. Ребята, ну хила сейчас убьет, танки, блядь. БР будете давать? По войду я еще кого-то резну. Ну он лух, дай вы по Вайтфюри, БР. Вайтфюри дашь по реслину. У нас реслин умер, блядь, еще один хулипан. Так, рез. Подавители живут полгода. Потому что базарите, давайте. Меньше, играть. Меньше пиздите, нахуй, бейте, блядь. Почему реслина до сих пор не бэрнули? Маны нету, нахуй. Здрасте. Пизда, стрела-то ману жрет вот эта маговская, нахуй. Нету маны, ну ги... Андертач, гим на ману. Андертач. Дал гим. Плю тоже сдох. Пизда, нахуй. Падать. Вот тебе и почилили, пришли, блядь, на эту, нахуй. Ну, блядь, что я сделаю, если, блядь, ну, челы на хулипалах не знают, что такое, блядь, валька, нахуй. Ну, что я сделаю? Я сказал, что стаки дамажат, нахуй. В начале перед полом. Давай еще шамана туда отправим. Пускай втроем летают. Бегите. Да какие нахуй шаманы, блядь? Там выхиливает спокойно два хулипала, блядь. Вообще один, но... Даже один, да. Либо... А, диван есть. Не вставай. Не, 25 хэм. 25 хэм за ШП дохуя. Не вставайте, резну. Десятку, может. Нет, то, что выхиливают, это все понятно, блядь. Но выхиливают они где? В обычке? Нет, в гере я соло хилила. Ну там стаки же дамажат, чем больше стаков, тем больше по тебе дамажат. Да, ну вот поэтому я и сказала, что у нас ходили хэпал и эрдру. Эрдру тупо залетал под стаками вместе с холи паладином, ну, и его хилил. Надо, да? Ну, не, это идея такая, типа, нам просто нечем заняться было. Дермич, сними диван. Диман, снимайте, вы чё, сейчас фальку будет хуярить. 50 лямов, блядь. И диагры все живое. Спиной вставай. Суппрессор спонд. Кто еще живой? Все, ворота открылись, мобы исчезли. Город засыпает, просыпается мать. Фонарь, оф не своего попугая, блядь. А он недоволен вашим пивом. Это все из-за попугая твоего. Нет, это все из-за вашего пива. Блядь. Как только речь про пиво началась, сразу все вайпаться начали, расслабились. Аура пошла, опьянение. Ауру попугая. Я этого попугая убью, если буду у тебя на хате. Да, ну приедь. Первый умер кунка.
Объясняйте нормально хилам, чудо как и... Акунка забавно умер. Хули тут объяснять, ребята, на хилах улипалы конкретно. Чем больше вы стаков собираете, блядь, тем больше по вам идет дэмэджа. Набираете хуй с ним 15 стаков. После 15 стаков просто зашли в портал, обновили стаки, стоите хилитесь. Потом под конец окончания портала обновили еще один стак, чтобы они не спали. И так продолжаете, начиная вот с 15 стаков. И хилите вальку, все, блядь. Ничего сложного. Это что там, перекур какой-то или что? Стрессуемся и бомбить. Перекур устраивает перед последним боссом. Сейчас на синдру идем. Не, я хочу убить еще принцов, наверное, на сегодня их хватит. Они багнут. Давайте попробуем. Не, тух на завтра ставим, на завтра еще ссылка. Тухлу в него завтра будем убить. И профы сразу потом, наверное. Или он отель, хуй его знает. Посмотрим просто. Кстати, могут ШП понерфить, может лучше все-таки чонку? Ну и что, что понерфить? У ДПС понятно. Че, блять, ШП удаляем. Ну, блять, ну понерфить и понерфить, что? И что сделать? Ну, калюта можно спекнуть еще. Рить, шо у тебя там? Фас. Да и закрытые ошибки просто ебаный донос летают, я в 5 раз их перенастраивал, мне перезагрузить из этого набо. Так, ретням, блядь, твоя задача, короче. Хилить рейд. Спасибо, я не знал, что на старшемане это нужно делать. Я думал, ретням. Я думал, гер от АТМ, и я могу въебал в пол. И сразу договоримся, Глю, пускай у тебя Арканест и Тереслин на каст, пускай ставит. Фонарь на лед, броню нахуй убери. Кого? Не. Того нахуй. Бесполезная аура, армора быстро убивает. Ебаный поставь, блять, мне твой армор нахуй, тысяча, блять, говна ебаного, бесполезного. Кунки 50 АП дает. И тебе тоже вроде. Тебе тоже вроде. Мне нет, мира есть еще. А талант у тебя не идет, что ли? Он в АДК. А, ну да. На бланш, Адель. Хотя где крабик, нахуй? Ребята. Крабик. Трусы поставил. Все, поехал. Да какие 50, я от балды сказал, там на самом деле 15, блядь. Не, нам дает 60 или больше. Рассказывай, нахуй. Не до этого. Ну, а... Ну, типа... Аура вообще не хуя вообще не верю. Чё? Не верю. Сейчас после. Макс слева, каст бить? What the fuck, Мирае не дамажит, помойка ёбаная. Хоты, ну... Там тотем в принципе стоит. Ну. Ну-ка шапнет аура. Да кунка негр, блядь. Волоса. Что, блядь? Да если бы это еще похвально для него как-то. Для негра оскорбительно. Моя аура просто до рейда не достает. Ты же фонарега гоу, блядь. Ай, let's go. Под давление. Сейчас жирно добьете, значит будете уешь сразу эти, блядь. Червей. С обеих сторон, кстати. Ой, блядь. Забери и фонарь, блядь, сейчас Эдель отпиздит. Реслина пошел пиздить. Саргаю что сзади справа. Червей нахуй добейте, да уешьте, блядь. Там Саргаю еще 200 тысяч, блядь. Сейчас хилов червей пошел тут. Говорю, блядь, жирно убили, значит черви в приоритете, блядь. Потом уже все остальное. Но лучше вообще не бить сразу жирного. Убивать его после всей этой волны. Фонарь, мы очень рады за тебя.
Глю, блядь, подхиливайся, пожалуйста, не умри. У тебя уже 17 стаков. Обновитель зад. Обновляйте один в начале, другой в конце. Все, больше не набирай. Не спами ту хуйню, если что, я холипалом покидаю API. Извини, у меня макрос. Я попробую сейчас. Тоже по ним после где-то. Все, можно жирного хуярить. И червей сразу сливаем. Слева маг вышел. Куда вы его грипаете, блять, под хилов нахуй? Это тактика с X3? Ну типа. Да, это тот самый. Подавление вышел, тихо, блять. Подавление свичнулись. Нахуй жирно убьет. Он справа две пачки, блять. Маг вышел. Маг прилетит. Не бейте жирного, блять, сейчас убьете. Ебланый нахуй. Исторгающего мага убить, только потом жирного. Под ауешку, под всех червей сразу. Мирай, сейчас сдохнешь. Мирай, подхитите. Все, дали уехать. Потому что, блядь, жирного стояли, хуярили там. Мирай под ебало, видимо, подошел еще. И, получ... И на него рыгнули, блядь. Фонаря вы попугай даже на тебя, Мирай, уже ругается. Ебать. Да я ему ебало набью. Забивайте или чё косты, чтобы они паладинов не замедляли. Они в портал не успеют их засебаться. Цель вышли. У них есть кнопка диспел, которую можно забить. Да, и я диспелю с них. У них есть фридом. Нахуя, если диспел можно дать? Один хуй. Одно и то же ГКД, блядь. Еще лайфхак. Ой, блять, вы жирного убили нахуй. Червей ебашьте. Сука, вагоны, и сдохли от зомбака, нахуй два. Изверга, блять. Войд, БР по кунке, по конфелу дашь, серый, дай по кунке. Там просто еще подкидон был, его не видно из-за ловушки. Урон жесткий прошел. Да ебахните кунку. Так, по кунке дал чувава, да? Ты по конфелу даешь, все правильно. Две секунды, блядь. У тебя там ДБР, если что, когда. Вот сейчас уже можно. Бах, все взорвется. Вот блядь. Чё, бля? Да БР, БР, чё ты боишься? Так я уже... А, бля, не докастал, сука, пиво ебано. Блядь, он подхил ребаф. Исторгающий маг слева, быстрее, блядь. Ой, продиспелить. Сколько там у вас стаков? Блядь, вы стаки проебали опять? Нет, 24 у одного, у второго. 8, блядь, глю, вагон, блядь. Там на Реслина толстожопой пошел, ну. Блять, я этого босса ненавижу, ебать. Серега, очень, скорость, я вот бра, говорила. Моя любимая. Я вот говорила, не далее. Подожди, Юля, я тебя перебью секунду. Ну, сейчас в следующем портале залетаешь вместе с ними. И хилишь максимально Реслина. У него там 30 стаков уже будет. После следующего портала будете захиливать. Этот сейчас просто поднимаете. Максимально ход и Реслина, и. Захиливаю. Блять. Арислин, ты не успел обновить стак, сейчас тоже проебешь. Да куда вы Геру дали, блять? Что вы делаете, блять? Я Арислин стаки проебал. Боже, блять, ну как же вы, ёб твою мать, нахуй. Иди заново собирай, хули. Уже и хули. Можно Рида я туда. Хуею, блядь. Рида все можно туда, блядь. Можно нахуй сходить, вот что я вам скажу, нахуй. С Ридом бы уже монитор, блядь, посмотреть, нахуй. Ладно, блядь, Арислин, нахуй. Он не играет холипалом, у него мейн, блядь, рейтрик, нахуй. Ну глю, блядь, пиздец, нахуй. Перестань реармить пиво, блядь. Пиво, 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 на меня летит игриво, пиво.
Неудачники, слышишь, двойные пачки еще под... А, это берса. Еще раз обновляйте стаки. Бейте исторгающего. Макс справа выше. Потом подавление. Магу Кас главный кикнет. Жирного самый конец. Слева зомбак идет. Все, жирного бьем. И сразу червей потом увешаемся вниз. Фонарь, ты далеко, если не знаю. Я танчу. Че, 92% они выходят, может, гимны присты сольет на хп? Гимна присты. А Глю опять стаки проебал. Блять, вы че там нахуй? Вообще нахуй на приколе, два хулипала, алё нахуй. Эти гимны. Крылья вон висят уже. Я гимн отдал, крылья должны захилить. А ну отдал сюда фонарь. Нет. Ну, я может, да. Реслин захилит 8 секунд. Не заходи, Реслин, хиль. Дай его нахуй. 3, 2. Я тоже захиливаю. Все, минус токи. Я излечиваю. Похильте все, все по хилку, скиньте палки. Бинтами ебашь. Ура! Пиздец, я хуею, блядь. Кольцо пояс. Бутсы пояс. Позор, блядь. Говна. Глю нахуй, просто позор, блядь. О! Ладно. Привыкнут. Осколок опять к 100. Говно ебано. А, нет, да, лут говно. На принцов идем. 10к за кольцо. Слышите вы, кастера. На принцов. Нормальный лут. Ребята, пошли там? Ты себе уверены? Домой. Ну а танка заебись, тапки. Может, на принцов завтра сейчас этих пойдем в тухлый квартал одного хотя убьем. Нет, тухлый принцов. Квартал. Не, пойдем сейчас принцов. Потом завтра уже. Принцы тоже не под пивас так-то. Да, там же. Там некоторые не будут да, знать, что стаки, что двигаться нельзя. Я в смысле, знаю, можно, но минимально. Как будто больше на вас. На вас как будто зеленая метка. На принцов больше шансов, чем на гниль. Короче, венец пламени. Сейчас увидим. Принцов и леди. Пошли у принцов и Лану убиваем. Лану, да, и Лану. И лича тоже хотя бы. Может еще часть трэша почистить в туфу. Ну заодно давайте убьем. Вообще нельзя двигаться в какой-то момент? Нет, можно, но там стаки кидаются. Чем больше стаков, короче, тем хуже. Понял? Ну, то есть они можно. Они спадают потом или нет? Да. Как на собаке в РДД-зоне. Ну, короче, босс для кастеров вонючих. А? За что ты меня... ЛГБД-босс? Кунка, за что? За все хорошее. Бля, Кунка, ты сука... Я тебе уже крылышки давал. Там еще с этими надо, с вихрями аккуратно, чтоб не откидывало. Потому что когда откидывать, тоже стаки копятся. Сейчас умру. Пока. Кунка, кстати, духа взорвал на одном пуле. А, меня это, вы каст не гикнули и что? Кунка, что не сознал? А кто диспыльнул? Кто диспыльнул меня? Кунка. Я. Реально? Да. На каком уровне? На последнем? Не, ну перед этим. Короче, сука, я сегодня расскажу, нет, хулипала. Глю, короче, Глю, если у тебя есть какой-то шмотный СПД, допустим, ну какая-то триня бурстовая, которая там тебе косарь СПД дает, или еще что-то, кроме этого талисмана. И вообще, типа, конечно, лучше второй комплект шмоток иметь с камнями на СПД. Мана у тебя и так регенится, типа, тебе похуй. Инта тебе столько не даст СПД даже за счет таланта. И типа, фулл СПД одеваешься, трини все бурстовые, все что угодно, короче, все на бурст надеваешь. Ебашишь просто, там такие цифры космические. У меня было по 1,5 миллиона, чтобы понимали. Но это правда Т5, конечно, я была бисовая. Люля еще космос. Рыгаешь. Люля космос. Кто, я? Да. Нет, ну я к тому, что типа это же намного лучше, типа быстрее и вот. Профитно. Короче, в СПД мне забиваться, да, я понял. Квакозябр умер. Кунка под прицелом. Живу. На фонарю крылья. Ой-ой-ой. Все. Ты лох опущенный. Не надо было продавать. Вот я ему ноги буду совать. Блять, на активировали, никто нихуя не надамажил, блять. Это я. Это я. Грю. Грю? А я буду тогда одним из самых главных миньонов. Одноглазым, который. Там двухглазый длинный тоже главный. Он типа умный. Ты им будешь тогда. Кавальский? Какой кавальский?
Мы про миньонов говорим. Нет, там в пингвинах тоже глиняные, типа, да. Да, да. Да-да-да. Че этот был, который рыгал постоянно? Рико, бум. Шкипер главный. Командира за контроль. А Ковальский мозг команды. А, и рядовой это самый такой, типа, Пуся. Это молодой. Бля, мне тот нравится, который все время отрыгивал всякую хуйню. Рика. Короче, не сагрите пачку слева, нахуй. Фонарь, ты сильный? Ага, да, я уже понял. Крылья. Ой-ой-ой, крылья, они для чего открытый полет? A, B, C, D, U, M, G. Ай. Алфавит выучил? Я русский алфавит не знаю. А, Б, В, Г, Д, И, К, Л, М, Н, А, Арбуз. Б, Беляш. Н, Негр. К, Кунка. С 31-го пула мы леди еще не убили. П, Пиво, ебать. Нет, тут даже 31 пул за один день, это уже победа, бля. Вчера 18 был за 3 часа. Да, хорошо было. Продуктивно. Все продукция. Ну, там момент еще, смотри, этот, то, что вчера еще много времени давали того, что пускай люди учатся нахуй, пускай люди смотрят. Сегодня очень много новых было, человек 8, может. А сегодня я уже говорил просто вайпать, когда видел, что ДПС они. Не знаю. Вчера тоже танцы были, там было два пула нормальных. Один вообще был 5%, почти убили. Во-первых, Кирилл хорошо анонсил духов. Типа он говорил, в какой метке и так далее. Все равно люди открывали глаза, когда стояли, допустим, с какой-нибудь печенькой, какие-то метки стоят. Это во-первых. Во-вторых, плюс повезло, что, ну, возможно, на чело, в которые шарят, типа, кидалось большинство духов. Это тоже очень важно. Да. Это я кидалась, Юля. Поэтому... Это я зачем? Я больше надеюсь, верни, что забери. К концу траев уже просто те, которые шарили, начали шарить. Кто знает, за меня за победный пол вроде только два раза дух шел на меня. Только два раза. Может, три я ошибаюсь. Да, на лестнице много было, Кирилл, да. Тебя. Ну нет, на нас тоже много, кстати, вот этот трай было. Нет, я ну, на кресте. То, что на лестнице, да, много было. Но на меня конкретно там два или три раза только шли. Зато Вальку со второго пола убили. Мощно. А, я не знаю, каждый пулец так и проебали по три раза. Но. Сколько, блядь? 46 миллионов, нахуй. Ебланы, блядь. Там Мира и Чипах прописали, все. Пол 46, нихуя себе. Это жирнее, чем Саурфанг. Мира и, короче, в ухо дали, да? Да, все. Батя привел аргументы, я понял, блядь. От которых я не... Ваку, твой выход, блядь, прояви себя на... Че, Мира, в школу собирается? Ты будешь танчить, да? Да. С Циркона приходскую нахуй отправятся. Ваку то, прием, блядь. А он здесь вроде. Ваку. Без приста просто нету нахуй, поэтому сразу убили. Бля, я призываю тебя. А Ваку вот это плюс нахуй насчет без приста. Так, ханты, короче, все по кинетике играйте. Плюс войс помогает. Подбивайте кинетику, есть время, подбивайте босса. Так все время на кинетике сидите. Мэби там шаманчики потом бьют, блядь. Так, хисяка плюс войд с правой стороны. Этот Милхант и Бланш с левой стороны. Я вам так скажу, ребята, насчет кинетики. Здесь бегать можно меньше, чем в обычке, нахуй. Так что помогайте все. Ну, типа, если вы видите, если у вас монитор включен. Где этот ваку, блядь? Чувак, я буду ставить вот здесь, до двери, а ты после двери стой там. На этом хуйне, где босс? Нет, Эдик, ты далеко стал, ты до босса доставать не будешь. Ага. А один хуй я не смогу нормально бить, так что хотя бы буду стоять и не двигаться. Ну, все равно подбивать будешь. Тут у них 146 лямов. На вихре отбегать, нам еще ДПС хватало. Еще блядь, кружок. Где этот ваку нахуй? Он АФК. А он в СТГ же хотел пойти, там вообще сначала, нет? Он, напиши на скрывать, она будет написано. А что за рама от окна какая-то, блядь? Хан. Не, ни разу. Рама... 262-й хан, сур. Рама от окна.
Урака Макафо, знаете? Рама от окна. О, ебать мне. А, если вы про этого ханта, то я его спрашивала, он говорит, тактики ноль на ХМ. Я уже его в начале РТ дергнуть хотела. Дергнуть, блядь, дернуть. Понятно. Бобер, тактики ноль на ХМ. Бобер, нахуй, твой выход, блядь. Бобер, блядь. Кто бобер? Фредрик. Ливай, блядь. Боберсон? Блин, Мираеру и нет, пиздец. Не рейдеру и нет. Мирай опять шконничит. Главное, в дискорде сидит мусорка. Аргументы. Да там Вася нахуй чепалаха прописал, бля, шо да ебали. Самый аргумент. Я же закутан в слезах. Слушай, как мы ДК будем токер рады. Под стол закинул. ДК на мне уходит. Мне. Наивный, блядь. Там еще два класса помимо ДК. А что там по токену? Кому нужен он вообще? Ну как то. Он всем нужен. Ну почему он требует? Не, нихуя. Давай человек. Ебать войд. Ебать войд такой. Бля, кому токен нужен там? Проги, маг, друид. Я думаю, никому, по сути. Никому, да? Ну ладно, тогда я. Все, сумоним бобрана. Реально боберу. А че, мы третий, что ли, леди убили? Да. В мире. Четыре, да, в мире. Четвертый, блядь. Нет, а чё я посмотрела? Не, я посмотрела сейчас всех. По нему прогресса нету, не у этих энкстрата, да? Да, у прогрессов там траблы начались. Они ее траили, когда она еще была переапана, когда ее еще никто не убил. Потом у них эти траблы разногласия начались. Там близится все к тому, что может вообще они там, блядь, рошнутся. А я думал, они убивали леди. Не-не-не, я только что посмотрела, нет. 1 из 13. Что ты мою граненькую стыша? Хавайте рыбу, масло там переебашьте, у кого заканчивается. Все, кто ниже третьего места, лохи, короче. Там только тенебри сейчас, наверное, сидят на леди долбит. Если они не разошлись уже. А может кто? Тенебрису. А свекла... Забей, ноунейм. А это Джом сквекловичный или какой там? Ой-ой-ой. Они уже лечат. Сколечный Джом? Да. Не леча, нахуй же, блядь. Экзальта шрама упала. Там пацаны, блядь, леча нахуярит. Часы солнечные, блядь. А Джома с леча хуярит? О, Губрусон, дай каску с Владимиром. Я прикалываюсь. Какого нахуй леча, блядь? Я, блядь, сомневался, что не ребра убьют, но убили, блядь. Они у них там гении сидят на всех классах. Да там, блядь, может, и ребята есть, которые неплохо играют, но, блядь... Дайте флажку, у меня ЛК только. Я уже раздаю, кидайте трейд. С ихним характером, блядь, отношения. Там ничего не светит. А, Рислин, ты в ком? В танке или в ДД? Шифт ПМ не вижу. Так. Давайте быстро, короче. Блять, заебали ФКшить нахуй, я сейчас поминусую, блять, по косарю нахуй. Холи шит. Да и тут я только масло брал. Бобер, что тебе не хватает этой жизни? Фласки я не беру, все. Так бери фласку, у тебя ж права есть, по-моему. А, нет, блядь, ну ладно. Спасибо. Так, напоминаю для всех, от каждого шага вешается стак, нахуй. Не знаю, сколько они тут бьют, много не ходите. Чтобы стаки спали, ждете, стоите на одном месте. Все, еще раз арчи на полубах, поехали. А бобр... От вихря отходите. А, да. Будем давать два слива на всякий случай, наверное, на вихре. На первый вихрь даст фонарь, на второй глю плюс дермично. И так скажешь, дальше продолжим. Да. Слева. Все, давай отсюда далее поехали. Рассоситесь, не стойте в одной куче нахуй. Чтоб вас не отбегай. Поехали. Иди чуть подальше, еще вот вообще красава. Бобер, блядь, залагал нахуй. Взял, блядь, пацана нахуй. Да, блядь, Бобер, ты там много не бегай, блядь. Стаки нахуй накопятся, сломается ебучка, блядь. Давай, Сокру, разбежались. Да. Куда вы в одну сторону бежите, блядь? А можно танк не откидывать?
Кинетика все, падает все. Быстрее, помогайте, пожалуйста. Это твоя, кстати, Войт. Под боссом. Я еле успел. Так, смена цели. Талдарам. Геру дали филду 5 по Талдарам. Бей босса ШП, я подниму. Тен 8 стак. По центру еще одна падает. Шанты. С правой стороны. Уфхан 9 стаков, но остановись ты. Блять, сказал же нахуй, не копите стаки. Ну... Дамажит 2 стака по 900 бьет уже. Блять, 3 сферы падают, парни. По килисету поехали, РДД. Дармища кара набрал им, но не подключен. Включен. Или кому подойти. Только РДД там вихрь. На Юле вихрь еще. РДД отойдите сейчас как ёбнет сзади. Халишит. Сказал же вперед пройди. Чё ты стоишь, Макс АФК? Смена цели 15 секунд. Хуёво дамажим. Берсу не укладываемся. Вообще не укладываемся. По процентам. Волонара, поехали. Нам больше ТПС, чтобы вы помогали бить тоже. Мы не укладываемся в версу. Вагонов слишком много, вихрь. Айсбаундер ничего. Кинетика в центре. Вихрь. Сокру, она. Приста какого-то не увидела из-за духов. Алдорама, поехали. Больше не ПС. Вообще в берсу не укладываемся. Хуёво очень не можете. Намафьте. Вихрь мили, босс ответит. Как дела там у вас, блять, алло? Вихрь, еще один, прямо около мили. Под килисету пошли, аккуратно обойдите вихрь только. Отводи. Метика падает в центре прямо. Может их опускать, кинетики? Я так подумал. Так, смотрите за гром, я уже подрываю немножко. Я сбросил. Милхант около тебя этот. Все, милики, Волонара, пошли бить. Секзекутка учитывается, то успеем. Очень хуёво идём, не знаю, успеем или не успеем. Ну, мы если успеваем, то прямо всю телефону. У нас самые слабые ведь бьют, да, кинетику? Нет, не самые, там ханты дамажат. Мильки, а вы убегать не умеете, чтобы танк не откинуло? Посмотри по ДПС. Там лестница падает, алло! Блять, вот два ханта, которые стоят, хули вы не подбиваете? И так все плохо, вы еще, блять, не подбиваете, ёбаный в рот. Хант минус упала. Бланш, да. Сука, вагоны вы, блядь, конченые нахуй. Че, резать будем? Да, конечно. Нон-лук, дай БР по нему. Кабанчиком, ясно. От вихря не отбегаем. Сейчас я вам ДП въебу, подождите. Ой, ебана.
падать. Короче, смотри, я предлагаю бросать хотя бы одну кинетику нахуй, потому что... Не знаю, ну, или если ханты... Ты понимаешь, что все отлетать будут. Это еще больше потеря, чем от вас будет, которые вы поднимаете. Ты вот, блядь, вот прежде чем предлагать, немножко подумай о последствиях. Алтенфел, блядь, ты понимаешь, что ты на роге, блядь, вообще не должен никак умирать? Ты нажимаешь ёбаный ложный выпад, сука. Ёбаный ложный выпад, блядь, на вихре, нахуй. Тебе даже, сука, отбегать не надо. Тебя хуй убьёт. Единственное, что ты гадость можешь сделать, это откинуть танка, блядь. Блядь, учись пользоваться своими кнопками, Алтенфел. Ложный выпад это, блядь, почти бессмертие на роге, нахуй. На любой, блядь, каст, нахуй, который наносит урон. Там еще сдох. Там дохуя кто, типа, минусуй всем, раз ты минусуешь нам, вот хуй, Алканфелу, Войду, Фонарию и так далее, типа, там дохуя кого ёбнуло это говно. Какое? А почему мне? Это еще не все, я могу открыть полный список. Какое, ты про чё? Три человека там сдохло. Сначала Бланш, потом был... Сколько еще? Я всех не перечислю, я всех не посмотрю, кто там не отбегал, кто я там... Я посмотрю сейчас. Вот вопрос, скрин в Дискорде. Это все люди, которые пьют припоты? Юль, если что, у меня на ману. На всякий случай на пожарный всегда держу. А ты на хиле вообще похуй. Я на хиле. Yes. Вы в Геру пришли или куда? Вы серьезно? А сколько там людей припот пьют? Мало. Вот я вижу 6. Значит, за припот еще можно поминусовать людям, нахуй, как минимум. На следующем пуле скинешь еще раз. То припот не выпьет, нахуй, 7 минусов, ну, по косарю. Пожалуйста, Рез, вот сюда в бачок отойдите. А мне-то интересно, за что я подал? Тем, кто это говно плутал. А, просто дэмэдж от него? Ты что, на приколе? Да, дэмэдж. Это те, кто убили меня. А с чего ты взял, что я тебя убил? Как тебе просто повезло уже там, Андрей. Не, а как ты понял, что я тебя убил? Просто объясни, прежде чем... Урон мой по мне, смотри. Там видно всех, там плутал. Покажи, ну, блин, меня не видно, у меня скада. Блять, подожди. Так я тебе покажу это. Проверю. Вон в дотле даже вкладка мы есть. Мы долго, блять, будем ждать, нахуй, чтобы пульнуть. Заебали, нахуй. Собирайтесь, блять, быстрее, нахуй. Дайте, пожалуйста, Дживса. Боберсон, поставь себе каски. Все, давайте, фулбаф поеду, дали быстрее. Рыбу хавить. Может придется, блядь, хилов некого там доспекать на самом деле. Че на пробах? А че, давай дали поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Припот. Кунг сейчас умрет, снимает. Сальву дайте по кунг. Не надо сейчас. Вихрь, давай сокру. Не успел. Беба, сбрось тесть.
Висяка. Кинетика падает справа, на ХВФК стоит. Сейчас минус он еще за кинетику. Да, за каждую. Вихрь отбежали, дермичный да. Бал. Я не добегу под босс туда. Стаки не набирайте, смотрите аккуратно, как много стаков. Геру давайте, фул ДПС по толдерам. Центр кинетика падает. Сколько зябра? Около тебя вихрь. Смотрите, отойдите. Барбаросский там еще стоит. По Келю поехали. Я их подержу. Банк. Над пристеном там. Аккуратно, вихрь. Криншкин, колют. Кирюха, типа с петами ведь работает, соковскими, типа направить на одну эту кинетику. Вроде нет, ну сейчас попробую. Я направил на самом деле. По Волонару поехали. Я направил, хуй узнает. Справа самую дальнюю подбивает вроде кто-то. А откуда тактик появился на поле боя? Ну, лох где-то сагрил. Пет сагрил. Тот, которого отправили? Падать. Не, это не мой. А-а-а. Мой стоит в центре арены. Из-за двери, наверное, да? Да. Около дермича. Я так понимаю, с той стороны пришли. Падать. Ну, лох, как ты умер? Чья сверка вот эта вот с правой стороны? Вы что определялись? Твоя, Войт, или твоя Эдик? Да, моя, наверное. Которая падала. Которая первая самая, да? Да. Вы что, блядь, в стене чья? Была, нахуй, пока ее увидели, блядь. Как раз... Да ни хрена не в стене была, нормально. А я спиной как раз к ней стоял. Уже лучше. Ой, блядь. А кто из миликов не отбегает при вихре? Почему танк откидывает? Хороший вопрос вот такой задам. У кого это миллион ДПСа типа? Да хуй знает, там миликов, блядь, чуть-чуть нахуй. Унка поберл, конфел 3, блядь, Ондра 4, Унка отбегает, 5, я вижу. Ондра тоже отбегает. И Чувава 6, 6 миличников всего лишь. Вот за остальными не наблюдал, только за Кункой и за Ондрой наблюдал. Они отбегают. Не знаю, в чем у вас там проблема, блядь. Я просто перечислил всех. А? У тебя ДБМ раньше пишет? Да, через. Нет. А, ну, там сейчас сделаю. Поставить типа раньше не радар, а раньше именно по никам. Смотреть, кто рядом стоит. Ну, сейчас узнаю. Такое, да. Донос буду делать тогда. Ресницы за. Там, типа, правой кнопкой мыши нажимаешь и, типа, поменять тип. А, у меня уже все. Проверка дистанции. Там же 10 или сколько? 12. 12 метров. Так, все, ага. Соберитесь. Ласпул на сегодня. Я уже заебался. Гомнить, блядь, от вас, нахуй. Не можете нормально сыграть, блядь. Сандаль подбежит, фулбан, давайте сюда. Масло пересмотреть еще. А уже можно бафть.
Фул магнали. Что, ренджаны вихри 8 метров. 10? 8, по-моему, всегда было. Радар показывает, что 12 метров. Да. Угу. Сейчас посмотрим. Они показывают. Вроде 8 было. Ну ладно, похуй. Че на плана? Дермищел конфил. Я возле этого удара, почули будет там пострелять. Давай, давай, чё это? Там еще и болот ломает. Я вижу. Вихрь разбежались, сокру. Блин, тут можно сокру не давать нахуй, там, блядь, 6 милишников должны давать. Мне последующий, да. Падает кинетик. Да, можно еще на кастерах в метре от босса не стоять еще, пока будет. Будет тебя убегать, нахуй. Ну, кстати, да. Ну, тогда ты кинетику будешь бить, блядь. Ну, когда из кастеров там рядом с вами стоит Войд и Лидика, только все. Хелисет бьем. Хуя босса, я подержу. Отводи, Дермич, блядь, сейчас сорвут все сферы, ну отведи, блядь. Пизда нахуй. Да не бить, там нет агро. Да избаун жми. Забирай сферы таунтами. Блять, крылья сломались. Зубы дай по нему, Юля. Блять, пизда мне нахуй. Дермич, блять, ну ты пиздец, конечно, нахуй. Еще один, блять. Съебали вы фрики, нахуй. Ангела, дай ему. А я уже давал, он сломался. Модель танчит. Все, чуть недолго танчил. Пизду вас, блять. Долбоебы, я не знаю, блять, куда вы нахуй смотрите, блять? Дермич, в чем проблема, блять? Я хуй его знает, ну это уже пиздец, у меня жопа нахуй с этого сгорает, блядь. Ну лук, БР бы, скорее всего, быстрее, блядь. Сука, такое ебанство, нахуй, я не понимаю, блядь. В центре падает. Угу. Репахните приста быстрее. Калюта прохил, не знаю, где он там бегает, блядь. Волонар 5 секунд. По Волонару поехали. Её еще идем под берсу прям. Я массакру сдам на вихре. Угу. Даю. Нет, там больше. Я на вихре, если что, портал в центр нужно. У меня там слева. Тут на информацию для вас будет. Что в мою сторону можете менять. Через 7 дальше. Вихрь. Кресету поехали. Дермич. Дермич, вот появилась ХП у босса. Что нужно сделать сразу? В чем проблема, я не понимаю. У тебя опять ядро срывают из-за того, что ты, блядь, сразу не можешь отвести. Одного раза мало было или что? Господи, на. Когда вы головой начнете меня смотреть? Еще, блядь, по ДПСу прям ужасно все. У нас Гера же еще есть. Дайте сальву. По полграмму поехали. Геру дали ХДПС.
kinetic spawn. Лунару приготовились. Лунар, одна секунда. Лунар, еще. Я масса круздам. Да нет, там, блядь, я не знаю. Те, кто дают, блядь, ниже 15, это пиздец. Под замену просто. Блять, еще сколько обычек надо выходить. Блин, 37 50, поехали. Ну и по ощущениям хилов поменьше можно, 5 многовато. Да я понимаю, но, блять, ни одного из хилов из присутствующих нет успехов ДМ адекватно. Мы чуть-чуть не успеваем, да? Не чуть-чуть, а дохуя не успеваем. Ну, бобер 11к на полюд. Ой, справа. Сел, но... А, там поднимаются. За кого он там? Я все увидел. Как минимум 3 человека, которые вообще не дамажат. Условно будет какой-нибудь бест, босс, по проекту будет. Нерф будет тоже, учтей ШП. Да. Ну, здорово, ДПС где-то. Да. Кинетика слева падает, сейчас подойдет прямо около килисец. Бля, стаков дохуя, я не дойду до туда. Тебе не надо тут идти, там есть другие ханты, которые подбивают. А если ты в центре, то там вой должен быть вроде. Валанар, 2 секунды. Валанар. Я снова массакру сдам. Этика там же падает. Да, массакру. Этика. Кинетик посередине, ребят, середина. Велик, идите кинесет уже, бейте 3 секунды. Кинесет, поехали. На нахуй, спасибо. А ладно, не ДД убили, хила, нормально. Там, нет, там без вариантов Берсал. Долбарам под зикуткой еще будет там. Следующее открытие килисета берсу. Семь секунд. Милики уже толдорам налить. Там этот. Вихрь. Угу, дремище сложил. Фонарь забери, Келли. Дай БРП, я уже бегу умер. Ай, господи, блин. Ну я прожался. Бобр, ты что там делаешь? Вот просто интересно. Что ты там делаешь? Ой, дай БРП. Хотя ладно, не надо. Просто бьем, нихуй, сейчас берся. Жаркое пламя, и все сдохли, вот вам хилы. Кто пытался заявить жаркое пламя, нахуй? Ебать, оно бесконечное. Ну вот кто пытался заявить, в инвизе, вот, пожалуйста, вам.
Это АДС. 3 секунды на берсе. Ну, сейчас посмотрим, если берса тютелька в тютельку, нахуй. Тут просто фарш угонов менять до хрена. Вихрь. При хорошем раскладе мы 10% не меняем. Ебать, ты как танчишь? Не знаю. Как там кель еще не открыть? Кель откроет, сейчас умерет. Еще берса. Вихрь. Ай. На, берса пошла. Все. О, я снова впервые пошла. Вижу берсу их. Тоже. Ничего не скоростные. Бах. Они энергетика въебали. На сегодня все. Да, хапа больше, чем у сурка, учитывая то, что мы не можем просто бить. А за сколько вы сурка закрыли? 600 за ФК или нам давали до этого? Я давал, а 5000 залезть. Чекала. Короче, я не следила за всеми. Но людям, которые не уверены в себе на этих боссах в ХМе, советую посмотреть тактику или спросить у знающих людей. Потому что на некоторых посмотришь, ники называть не буду, это какой-то пиздец. А сколько вы сурка закрыли по времени? Там монник, да. Не знаю. На, там до берса немного осталось. У нас 5 хилу было, или так? Ну, манекен. Там 5.30, по-моему, что-то такое. А 5.47. Нормально. Ну, конечно, там ХПшка дал хороший ДПС. Типа это 11к могу... или что, я не могу понять. Да. Давай, менсер. Я около фона стою, по-моему. Чего по замене? Ну что, ролите-то? Ну, замена половины епенов. Тех, кто были в реддите. Печенька на ДК? Чай на магазину. Почаров, кстати, замена, вон, Кондри, обратитесь. Мы там уже в Долара ничили. Кондра 2К поставил, все что-то не видно было. О, переключи язык, Кондрич. А, 2 поставил, да. Ну, еще я чьего полотал, на. Зачем? Видите, блядь, какой чувава жадный, блядь. 50 а. Нахуй, наручей уже, блядь, ебал нахуй себе. Разный. Сколько 50 наручей, ебать? Да, было. Нихуя ты нам ЕП дал! 5600. Это пятерочку. Пятерочку. Последняя ставка Тондра. Перебивает кто будет? Так я же говорил, 5к и убиваем, если... Видимо, никто 14к первый токен, но он дробится. Я на Форбсе хотел. Потом он тэпнешься потом. С тебя, да, с тебя замена он еще начислить теперь. А сколько мне надо начислять замене ФК? Ну, тех, кто были, блядь, начисляешь полностью. Чтобы было по-честному. Что-то нормально упало, нет? А остальным